Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» потерпел поражение в своем третьем сезоне матча розыгрыша Единой лиги ВТБ. Команда Зорана Лукича на площадке Нагорного принимала «Локомотив Кубань». Уже в первой четверти гости заявили, что они приехали в Нижний за победой. Горожане после первого периода уступали 20-25. И если во втором и третьем периодах черно-белые выглядели лучше краснодарцев, исход матча снова решила заключительная четверть. БКНН провалил заключительный отрезок 10-23. И итоговым счетом матча стали 73-84. Я не могу объяснить, и нам ту просто игра сорвалась. Я действительно это сейчас у нас серьезный проблем. Ближайший матч горожане проведут уже в рамках Еврокубка. 30 октября на паркете Нагорного команда Зорана Лукича будет принимать клуб «Будучи».